карточка. Интересная очень игра. Давили, дожали. Мне кажется, что очень эмоционально для зрителей и с хэппи-эндом. А после есть что скажете? Стараюсь не говорить. Что скажете по травме для фильма? Ну, к сожалению, травма есть, да, не очень серьезная, но надо лечить до этого момента, рисковать не будем. Есть ли претензии к тренерскому штабу сборной за эту травму? Не комментирую. А что скажете о словах Абласкаля по этому поводу? Какие слова? Ну, вы Гильермо спросите, у него пресс-конференция будет. Завершил трансфер на одно, какую оценку вам поставить? Все ли отлично получилось? Ну, смотрите, не все получилось, что изначально хотели, но тем не менее, те позиции, которые в первую очередь хотели укрепить, укрепили. Видно уже по первым играм, что качество у игроков, которые к нам пришли, точно есть. А насколько они там впишутся, их добавят, ну, мне кажется, видно будет уже ближе к зимнему окну, может быть, давать какую-то полную оценку. Что не получилось? Сейчас можно что-то делать? Нет. Почему? Ну, а зачем? Если не состоялось, значит, не состоялось. Если, возможно, зимой нравится кандидатуру? Посмотрим. Мне кажется, что сейчас есть такой правильный отрез, в течение которого можно посмотреть, как команда в таком же составе будет играть. На какое место может бороться вот эта команда? Не делаю прогнозов по поводу места. Я вам говорил в начале сезона, когда ты пришел, сейчас говорю, что по составу команда, на мой взгляд, у нас очень сильная, очень хорошие игроки. Но это футбол, надо бороться в каждом матче, а дальше смотреть. Потеря очков в этом матче могла грозить Абласкалю отставкой? Нет. Сегодня в Госдуме предложили перечислять зарплаты всех футболистов на поддержку СВО. Как относитесь к этой инициативе? Посмотрим, если будет такой закон, будем смотреть. Все? Нет, извините, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, появилась информация про то, что Квинси Промис начал делать русский паспорт. У кого появилась информация? Спросите. В интернете, может быть, вы нам что-нибудь скажете. На данный момент, насколько я знаю, в Квинси нет русского паспорта. А дальше, я думаю, что это вопрос к нему. Это его дальше инициатива. Но процедура получения идет? Если ему какая-то помощь будет нужна, мы ее окажем. А прокомментируйте, пожалуйста, еще тоже информацию про Олега Романцева в Совете директоров. На данный момент никаких официальных обращений к нам не было. Тем не менее, мы с Олегом Ивановичем на связи. Я с радостью с ним всегда встречаюсь и буду продолжать общаться. Все его советы, рекомендации мы принимаем очень серьезно. Вы были бы за такую инициативу? Мне сейчас сложно сказать, потому что официально никакой инициативы нет. Это пока только слухи какие-то в телеграм-канале. Спасибо.